психологические пространства профессионального и личностного самоопределения. Вот мы говорим профориентация. Смотрите, здесь вторая часть слова – ориентировка, правда? Ориентация, ориентировка. Когда мы говорим ориентировка, значит, должно быть, это предполагает какое-то множество всяких объектов, в которых нам нужно сориентироваться и сделать выбор. Ну, это немножечко по-другому названо. Пространство самоопределения. Вот какие могут быть множество объектов? Ну, первое, что приходит на ум, это различные профессии. Это правильно. Но мы уже с вами об этом говорили, только ли профессии выбирает человек. Часто за профессиями стоит привлекательный образ жизни. То есть выбираются, конечно, и профессии, образы жизни выбираются, стили жизни могут выбираться, социальные роли, кстати, могут выбираться. Вот, например, я красавица. В классе был красавица. Там. И мне хочется выбрать профессию, где я бы по-прежнему мог сохранять себя как красавицу. Я выбираю профессию, учебное заведение, место работы ищу, где эту роль можно было бы продолжить. Вот чувствуете? То есть самые разные могут быть выборы. Тут еще нужно разобраться, что стоит за выбором данной профессии. Теперь, обычно в этом случае, когда говорят о пространствах самоопределения, рассматривают различные типологии профессий. Я вам сейчас просто назову авторов этих типологий. Подробно мы их не будем рассматривать, это прописано в разных учебниках, и в моих в том числе. Я там на них ссылаюсь. Это просто много времени займет. Я буду называть автора и критерии его типологии. То есть у каждого автора свой критерий. Ну, интересная типология Татищева. Это известный общественный деятель, философ, 17 век еще. Климов на него ссылается. Критерии его типологии – степень полезности для общества. Он там классифицирует науки. Ну, науки как профессии, по сути. По критерию полезности для общества. Он выделяет профессии вредные на одном полюсе, там астрология, ворожба и прочее по тем временам. На другом полюсе нужные, там полезные, арифметика, например, грамматика. Тут, конечно, это все немножечко устаревшее представление, но критерии интересные. Мне думается, что если предложить школьникам перечень профессий и разбросать их, или там рейтинг какой-то выставить по степени полезности для общества, получились бы очень интересные результаты. Правда. Я это, правда, не проводил как-то, но мне кажется, что если бы я работал практически в школе, то прям бы с удовольствием бы это сделал. Так, другая типология. Богословский. Наш отечественный психолог российский, дореволюционный. У него очень интересный принцип. Он выделяет основные сферы производства. Ну, это еще начало 20-го столетия. Но что самое любопытное, по каждой сфере производства, даже по каждой профессии, он пытается выделить соответствующий образ жизни. То есть описывает типичных представителей этих профессий. Но вот даже сейчас мы говорим «таксист». И примерно понятно, как живут таксисты в большинстве своем. Мы говорим «продавец продовольственного магазина», и примерно понятно, какой образ жизни у этого продавца. Они могут, конечно, различаться, тут индивидуальные особенности, но что-то общее все-таки вырисовывается. То есть он предложил ужасно интересную типологию. Ужасно интересную. Потом помните, вот я вам сегодня рассказывал о западном понимании карьеры. Когда рассматривается не просто успех в профессии, но и весь образ жизни. Вот это даже, мне кажется, ближе к западному пониманию. Тут есть что-то интересное. Пока вот такой типологии никто не повторил. А сам принцип заложен очень хороший. Так, следующая типология – это Струмилин. Струмилин. Это 20-е годы Россия. Его критерий – степень творчества, самостоятельности в труде. Он там выделяет, по-моему, 5 сфер. Тоже интересный момент. Здесь работы чисто такие механические, исполнительские. Там от работника мало что зависит. Он как робот. Вообще, по тем временам это было довольно актуально. Да, в общем-то, и сейчас, мне кажется. Тут, кстати, очень много иллюзий. Многие творческие профессии на самом деле таковыми не оказываются, если хорошенечко на них посмотреть. И наоборот. Мне вот даже думается, что одна из самых творческих профессий – это как раз педагог в российской школе и воспитатель в детском саду. Только не удивляйтесь. Я даже могу вспомнить, напомнить вам, извините, высказывание Эйнштейна. Помните, после беседы с Пиаже, что он сказал? Моя теория относительности – это детская игра по сравнению с проблемой детской игры. Кто этим занимается?
детский психолог, работающий с дошкольниками. Так, между прочим. Очень сильное сомнение, насколько творческая профессия, это программист или какой-нибудь там менеджер. Программист очень творческий. Ох, не знаю. Я там работаю. Без комментариев. Все, то, если человек работает, ну понятно, мы тут же замолкаем. Просто... Слышишь, какую творческую программу составить самой? Ну ладно, придумать все. Придумывать. Или насколько творческая профессия врача? У меня тут такой опыт интересный есть. Ладно. Ой, столько мифов в общественном сознании. У нас времени просто мало, я бы вам рассказал о своем опыте. Как я работал в Анохинском институте. Имя Анохин знакомо? Анохин Петр Константинович. Я там работал в институте у них. К медицине принадлежит. Ну ладно, не будем отвлекаться. Много иллюзий, правда, много иллюзий. То есть здесь разбираться и разбираться. Просто на основании этих иллюзий делаются ошибки сильные. То есть критерии обалденные просто. Так, следующая типология Климов. Климов. Эта типология наиболее популярна сейчас в России. Многие на нее опираются, пишут свои диссертации с опорой на нее и прочее. Его критерии. Отношение человека к предмету труда. Отсюда выделяется 5 знаменитых сфер. Давайте все-таки их обозначим. Да вы их знаете. Человек-природа. Человек-природа. Человек-техника, совершенно верно. Человек, так называемые социономические профессии. Человек знаковой системы, работа с информацией. И человек художественный образ. Повторяю, это сейчас наиболее известная типология. Есть даже методика знаменитая ДДО, дифференциальный диагностический опрос. Хорошо работающая, кстати. Так, следующая типология. Человек художественный образ. Следующее. Йовайша, литовский автор. Первое и краткое. Йовайша. Он выделяет различные виды активности в труде. Примерно то же самое, что у Климова. Но есть отличие интересное. Он выделяет экономическую активность. Очень интересная типология у западного автора Холланда. Иногда пишут Холланд, иногда Голланд. Первое аж латинское, можно и так, и так. Холланд. Есть методика Холланда. Ее можно достать, она сейчас в магазинах продается. Там как? Выделяется 6 типов личности и 6 типов профессиональной среды. Опросник выявляет доминирующий тип личности, и потом под него подбирается тип среды. Хорошая работающая методика. Тоже очень близко к тому, что у Климова, но там есть еще один интересный такой тип – предпринимательская активность. И вот здесь можно поразмышлять. То есть теперь мы уже имеем как бы разные критерии, есть что с чем сравнивать. Смотрите, у Климова, который свою типологию разработал в советский период, никакого намека на предпринимательство. У литовского автора, еще советского даже периода, что-то похожее уже вырисовывается, экономическая активность, потому что Литва к Западу поближе. А у западного автора Холланда все названо своими именами, предпринимательская активность.